На региональном форуме ивановские онкологи подвели итоги своей работы за прошлый год. По-прежнему большинство жителей региона умирает от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако ситуацию удается переломить в лучшую сторону. Онкологии много, но выявлять ее на ранних операбельных стадиях стали гораздо чаще. Наша область относится к категории старых областей. И если удельный вес старого населения в России составляет 20%, то он у нас составляет 25%. Вот это делает выше, более высокий показатель как и заболеваемости, так и смертности. Но в целом мы не только этими показателями оцениваем наши успехи, а такими показателями, как раннее выявление, как снижение запущенности. И надо сказать, что и раннее выявление существенно выросло, и снизилась запущенность, и снизилась на 3% одногодичная летальность. За 5 лет показатель смертности нам удалось снизить на 12%. Самое важное в онкологии – своевременное ее выявление. Областной диспансер располагает всем необходимым оборудованием. Очередь за районными поликлиниками. Специалисты настаивают, что каждый пришедший на прием пациент, вне зависимости от жалоб, для начала должен пройти смотровой кабинет. Мы хотим, чтобы в каждом лечебном учреждении, в каждой поликлинике работал не только женский, но и мужской смотровой кабинет, и будем этого добиваться. Маммографические кабинеты, которыми сегодня в целом медицинское учреждение у нас обеспечены, они должны быть по телесистеме связаны с онкологическим диспансером. В двух лечебных учреждениях пока это не сделано, все в процессе работы. Первые итоги года совместили с презентацией нового оборудования и мастер-классами. Продемонстрировали вот такую видеостойку. В диспансере она около года. Оборудование вводится пациенту через ротовую полость и позволяет обследовать желудочно-кишечный тракт, брать биопсию. В качестве эксперимента кусочек ткани брали у болгарского перца. Овощ имитировал желудок. Берем от него биопсию. То есть, вот вы видите щипчики. Открыть. То есть, берем нужный нам участочек, закрыть. Вот. И тем самым получаем биоптат. По такому биоптату можно определить вид новообразования. Для врачей из муниципалитетов провели мастер-классы по обследованию молочной и щитовидной железы, по забору мазка. Главный онколог региона Владимир Козлов откровенно недоволен работой приехавших коллег. Многие отчетные показатели они завышают, а вот профессионализм оставляет желать лучшего. Онкодиспансер пригласил районных медиков на обучение. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.